В Башкортостане появился координационный совет по государственной семейной политике. Он будет действовать при правительстве республики под руководством премьер-министра Рустема Марданова. Как рассказала министр труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, главная задача нового органа – создание условий для улучшения демографической ситуации в регионе. По темпам рождаемости за прошлый год Башкортостан оказался в числе худших регионов страны. Об этом заявлял и глава региона. В республике на свет появилось около 56 тысяч детей, в то же время, как в 2015 году, число новорожденных было на 3 тысячи больше. В процентном соотношении это минус 5,5%. С появлением координационного совета ряд ранее действовавших актов в правительстве решили отменить, как утративших силу. В частности, о межведомственном совете по охране семьи, материнства, отцовства и детства, который тоже был при правительстве. Была раньше комиссия по охране, еще в 96 году создана. То есть у нас получилось, что наслоение большого количества органов, ну где-то дублирующих, где-то перекрывающих друг друга.